Всем привет, ребята! Сегодня мы приехали в Петербургский международный автосалон. Вот там сзади меня сейчас находится Тесла. И мы с папой сегодня выберем одну машину, которая нам нравится. Ребят, вот это Тесла модель X за 8 миллионов 600 рублей. Привет! А вот эта белая, это модель... Вот это Тесла модель S за 5600. А вот это Тесла модель X, такая же практически, как и Си. Ребят, с Теслами мы закончили, идем к следующей машине. Это что за московская BMW? Московские номера. Хлопает BMW, черный бумер. Открывается. Какой-то буклетик. Мне не интересно. Уведомления какие-то. Ребят, я сейчас хочу сесть вот в ту машину. Ребят, я сейчас сижу в BMW. Вот такой экран. Очень прикольный экран. Так, а ты разбираешься в машинах? Открой. Тут вот эта вот штука прикольная. Руль крутой. Экран тоже. О, есть. Подсветка. Да. Можно, кстати, по-моему, менять. О. Если мешается, можно вот так просто сделать. О, я открыла. Ну, не очень много места, конечно. Поменьше, чем в твоей Opel'е. Блокнот есть какой-то. Ну, такая прикольная, но простенькая. Ребят, а вот это Kia K5, которая нравится Ване. Это парень моей сестры. Это Kia K5. Тут тоже вот экранчик. Господи, как они открываются. Подстаканнички есть. Багажник. Багажник открыт. Какие-то еще кнопочки. Ой. Тут маленькая мусорка, типа, наверное. Не знаю. Рычаг. Ребят, а вот это вот машина из любимого фильма «Папа и мой крестный» из «Назад в будущее». Машина Запорожец, первая машина дедушки. Почему ее так назвали? В 1979 году.
тысяч. Будешь покупать? Ну что, ребят, мы побыли, посмотрели все машины. Что я вам хочу сказать? Мне понравилась единственная машина. Это белая Тесла. И все. Ну, и всем удачи, всем пока, всех люблю. Говорите, что снимать. Люблю.